Председатель правления Сбербанка России Герман Греф испытал культурный шок. Об этом он заявил сегодня на полях Астанинского экономического форума. Причиной тому стала программа президента Казахстана «100 конкретных шагов». Экономист отметил, что казахстанский план нации – это потрясающая программа на пути к эффективному государству. Я не знаю, успели ли вы прочитать тот документ, который был опубликован на днях. Это 100 конкретных шагов, которые озвучил президент Казахстана. Я хочу сказать, что когда прочитал этот документ, я испытал культурный шок. Это потрясающая программа на пути к эффективному государству. Казахстан стартовал с одной из самых амбициозных программ в мире. Когда я читал эту программу, у меня было ощущение, что я читаю программу правительства Сингапура. Я думаю, что этой программе многие европейские правительства могут позавидовать.